с этой минуты можно сказать, что состоялось знаменательное событие. Владимирская область, можно считать, стала новогодней столицей России, потому что открытие произошло. Новогодние развлечения владимирские чиновники решили испытать на себе лично. Начали с парка Липки. В этом году здесь снова организовали каток. Он работает бесплатно. Проверить качество льда первой решилась Светлана Орлова. Качество льда для такой погоды абсолютно нормальное. Чуть-чуть будет похолоднее, я думаю, что он будет еще лучше. А так настроение хорошее. Отлично. Главы все встали на коньки. Слушай, по 40 лет не стояли. После катка на ярмарку в этом году шале перенесли в парк Пушкина. Торговые площади для местных товаропроизводителей и ремесленников. Ковровская игрушка, резьба по дереву, мастерская роспись и сладости. Галина здесь продает матрешек, которых изготовила своими руками. На роспись одной у художницы уходит по 3-4 часа. Прежде чем расписывать, я ее грунтую, варю клейстер, краски, правда, гуашью, потом лакирую 4 дня. То есть труд такой трудоемкий, но мне это нравится рисовать. Это так успокаивает. Еще когда ей кто-то хвалит, еще кто-то и покупает, то это вдвойне, втройне приятно. Тех, кто замерз, ждут в чайном домике губернатора. Здесь бесплатно угостят чаем и баранками. Подкрепиться можно и на других торговых площадях. Среди нововведений – детский клуб. Пока с ребятами заняты профессиональные педагоги, родители могут погулять. Для малышей бесплатные мастер-классы. Сегодня рисование. Сначала нужно натирать свечкой, потом закрасить. Туши. А потом уже, рисовать. Когда высохнет, рисовать зубочисткой. Тебе нравится? Да. Еще на главной площади города владимирцев ждут аттракционы, музыка и дом Деда Мороза. Из-за статуса новогодней столицы России власти города надеются привлечь во Владимир толпы гостей. И первые туристы уже приехали. Ваш город вообще очень-очень сильно понравился. Тебе понравился, сынок? Угу. Дед Мороза видел? Угу. Чего он тебе подарил? Шоколадку. Кроме Соборной площади, ярмарка организована еще в трех местах. У Русь-кино, за северными торговыми рядами и на площади Победы. Праздничные гуляния продлятся в городе до 11 января 2015 года. Организаторы обещают горожанам еще массу сюрпризов. Какая-то такая гордость прям берет за то, что мы живем в этом красивом городе во Владимире. Я думаю, что вот новогодние праздники, каникулы, здесь будет излюбленное место наших горожан. Здесь будут дети, конечно. Я и своих внуков, дочку пошлет. Валерия Саенко, Артем Горчаков и Евгений Токарев. Шестой канал.